Ребята в «Динамо», вот я представляю себе это, ты сидишь без семьи, без жены, без детей, на базе закрытой, интернета нет, книжки не все любят, телевизор, ну что там показывают. Многие же пили. Многие нарушали режим в «Динамо»? Нет, ну то, что было до нас, это была пьющая команда. До 1974 года, со 1973, пока Ломоносов. Мне Серебренников на рассказывал. Нет, ну здесь есть и не Серебренников, и Володя Мунтян может рассказать, да. И Андрей Андреевич. Островский на матч приходил, да, говорят, да. Пьяный. А да. Тогда уже были работа и были тренировки такие, которые он догадывается, что человек не совсем свежий пришел. Он ставил тест сбежать. Ну, тот бежит, например, там, минута его, а он пробегает минута 30. Собираю вещи, до свидания. Лобановский. Да, до свидания, все, закончили.